Are you serious? Ой, как это здесь оказалось? Погодите, а что должно быть сначала-то? А, точно, я вспомнила. А после просмотра этого видеоролика вы можете зайти на канал Счастливчика. Здесь выходят различные фрагмувики, и иногда он проводит стримы. И знаете, Счастливчика можно сделать еще более счастливым, если ему набрать 400 подписчиков. Ну что ж, а мы переходим к видеоролику. Привет, друзья, с вами Омега. Сегодня я вас познакомлю с некоторыми типами игроков в стендоффе. Также я могу сделать вторую часть, только уже по основным типам игроков. Если вы хотите ее увидеть, то дайте мне знак, поставив палец вверх. И если мы наберем примерно 150 лайков, то я выпущу вторую часть. Я надеюсь, вы меня простите, но если вы смотрите мои видеоролики, то вы знаете то, что я практически никогда лайки вот так нагло в начале видеоролика не прошу. Я просто хочу сказать то, что если вам понравится, то я выпущу еще. Все. В общем, переходим к типам. Приятного вам просмотра. Ну что ж, вот видеоролик и подошел к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Если это так, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если, конечно, вы еще не подписаны. Ну а с вами была Омега. Всем пока, друзья!